in the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lose to my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. Всем привет, ребят, с вами Карина. И добро пожаловать на новый проект на моем канале под названием «Симеры на карантине». Поскольку этот проект является коллаборацией, вы сможете посмотреть всех участников в описании под этим видео. И давайте я быстренько расскажу вам, что же этот проект из себя представляет. Суть этого проекта заключается в том, что мы с остальными участниками коллаборации будем обмениваться персонажами. Каждый из нас должен скинуть одного персонажа двум другим ребятам. После того, как мы получили двух персонажей, мы заходим в каз и начинаем их мейковерить под себя. Как я уже сказала, суть проекта заключается в том, что мы обмениваемся персонажами, но также суть заключается еще и в том, чтобы посмотреть, а как поменяется или не поменяется вообще персонаж другого человека в наших руках. В сегодняшнем видео я переделывала персонажей Лама Лама и Ньюэн. Мои персонажи отправились к Минтейл и Уайт Мосс. Как я и сказала ранее, вы сможете посмотреть ссылки на всех участников коллаба и на тех, кому я отправила симов и от кого получила симов в описании под этим видео. Идею мы взяли из коллаборации 10 симеров Оушена от Creamy Moon. Так что, если что, мы с ребятами ни в коем случае не хотим сказать, что этот проект был полностью придуман нами, чтобы у нас потом не было никаких разногласий с основателями, так сказать, данного проекта. В принципе, это все, что я хотела рассказать вам о данном проекте. И еще раз повторюсь, если вы в ком-то заинтересовались и хотите посмотреть чей-то канал, то ссылочки на всех ребят будут в описании под этим видео. И теперь давайте поговорим про персонажей, которых я мейковерила. Сразу вам скажу, что при мейковере мы не могли изменять тело и не могли менять черты лица. То есть мы могли изменять прическу, менять одежду, добавлять свои скинтоны, различные особенности кожи и могли менять брови. Но я не рисковала и даже решила не менять форму бровей, просто поставила другие брови и все, потому что мало ли что, вдруг это делать нельзя, я сделаю, и это будет не очень. И давайте я расскажу вам немножечко о симочке, которую вы сейчас видите на своих экранах. Ее зовут Мелина Росс, и изначально я, честно сказать, не знала, что мне вообще с ней делать. Не знала в каком плане. Я не знала, что она будет из себя представлять. То есть сначала я хотела, чтобы она была такой девчонкой-девчонкой, потом подумала, что нет, мне кажется, ей такой образ не очень подойдет, и я решила оставить этот образ для другой симочки, которую вы увидите немножечко позже. А для этой я решила выбрать такой образ некой пацанки. Она обожает общаться именно с мальчишками, обожаю с ними тусоваться. Также она любитель выпить. Я не знаю, почему я так решила, но мне кажется, что под ее образ это как-то подходит. Вот. А вторая симочка является неким спасителем, что ли, для этой Мелины. То есть, если, например, Мелине там плохо, она постоянно рядом с ней, она постоянно ее спасает, там, помогает ей прийти в себя и так далее. Ну и, кстати говоря, вот она, наша вторая симочка. Зовут ее Мишель Эллисон. И давайте теперь поговорим про нее. Как я уже и сказала, у Мишель образ такой именно девчачий, она вся такая женственная, прям девчонка-девчонка. И как я опять-таки уже сказала, она является неким спасителем для нашей Мелины. Сама по себе Мишель очень добрая, она очень общительная, любит помогать всем вообще, кому это нужно. В общем, человек с добрым сердцем. Я даже думаю, что Мишель с Мелиной можно назвать лучшими подругами, потому что они всегда рядом, всегда друг другу помогают. И если Мелина зовет Мишель на какую-нибудь тусовку, а Мишель не очень хочет туда идти, то она все равно пойдет, чтобы, если что, поддержать свою подругу, помочь в какой-нибудь ситуации, в которой она может оказаться, и просто быть с ней рядом. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Спасибо вам огромнейшее за просмотр. Я надеюсь, что вам понравился новый проект. Если так и есть, то не забудьте поставить лайк под этим видео, подписаться на мой канал и оставить комментарий. Ну а с вами была Карина. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока, ребят!